Каждый шаг Ирине Власовой дается с огромным трудом. Женщина перенесла тяжелую операцию на ноге. Во время обследования выяснилось, у пенсионерки еще и сахарный диабет. Срочно потребовалась помощь эндокринолога, но о приеме женщина и вспоминать не хочет. Я больше бы не пошла просто в больницу. Нет желания ходить туда. Я вся испсиховалась, потому что болячки-то себе дают знать. Тем более после операции, после такой. Попасть к эндокринологу оказалось не так-то просто. Талон дочь Ирины взяла за 2 месяца. Однако кроме Власовых в очереди к врачу с талоном на то же самое время оказалась еще одна женщина. И медсестра решила, в кабинет войдет только один пациент. Минут через 5 выходит, подает обратно нам все документы и говорит, значит, вот эта женщина идет, вас у меня нет, вы не записаны. Я говорю, что тогда делать? Идите в регистратуру. Я говорю, то есть вы нас не будете принимать? Нет, мы вас не будем принимать. Алена сразу же пошла к заведующей поликлиникой. Та извинилась и пояснила. Из-за сбоя в программе регистратура выдавала двойные талоны. Семью Власовых врач принял в тот же день. Сейчас, по словам руководства медучреждения, работу системы уже наладили. Однако врачи не знают, сколько пациентов записались на прием в одно и то же время. И неприятные ситуации могут повториться. Не сразу удалось прекратить вот эту вот запись, и люди записались там некоторые на неделю вперед, там на 2 недели вперед. Вот они сейчас постепенно подходят. Примем всех. Просьба не волноваться. Так что на ближайшее время терпением придется запастись и пациентам, и врачам. От талона с сюрпризом никто не застрахован. А ведь электронная запись должна была облегчить жизнь. Но помешал нечеловеческий фактор. Александра Поддубная, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.